Всем привет, меня зовут Ибах, играю за команду NAP Свинца. Молодой, это такой громкий капитан, с хорошими колами, такой эмоциональный парень. Дренис более такой спокойный убийца, а Ламыч еще более спокойный убийца. На квалификациях нас особо никто не удивил, все заняли такие позиции, какие должны были. Я бы отметил Team Unique, Team Empire, Авангард, конечно, а из темных лошадок Торнадо Energy Battle. Более неудобно играть в СНГ, с СНГ регионом, потому что, как выяснилось, там все о нас все знают, что мы делаем. То есть там люди нас вообще не боятся, просто идут на нас, убивают. Еще не знаю, какой регион труднее играть. Но номинально сильнее европейский регион. Буткемпа так как такого не было именно к этому турниру. Готовились так, играли там несколько дней скримы с европейскими командами. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и поехать в Берлин.